Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в Наталья. Сегодня у нас мастер-класс по вышивке нитками, бразильской вышивки. В первой части мастер-класса мы с вами сделаем бразильскую розу и листики. Причем листики не совсем обычные, с небольшими зубчиками. Здесь вот два листика будут сделаны с помощью меланжевых ниток. И также сама розочка тоже вышивается с помощью меланжевых ниток во второй части покажу еще новый вид цветочка и также дополним нашу композицию еще другими мелкими элементами итак приступаем к работе сегодня у меня ткань лен причем такой прям вот натуральный довольно жесткий материал вы можете взять полу -лен, можно взять габардин то есть ту ткань которую вы привыкли использовать на какой вам удобнее вышивать у меня будет вот она такая громбоватенькая немножко, а сам рисунок будет нежный, в серединке. Я хочу вышить розу бразильскую, использую ниточки такого секционного окрашивания номер 23, и для листьев я тоже хочу использовать одну из ниточек, P14, тоже секционного окрашивания. Здесь такой небольшой есть переход от совсем светло-зеленого к более темно-зеленому цвету. И нитки однотонные, 90-й номер, это ниточки фирмы Гамма. Дальше я добавлю еще цветочки, но я обычно делаю так, что вышиваю основную часть, а потом уже смотрю, какие цветочки лучше подойдут. Возможно, беленькие, возможно, желтенькие, может быть, голубые. Вы можете использовать цвета абсолютно другие свои. И тем более, что если вы возьмете ткань, она у вас будет другого цвета. Здесь вот прям такой довольно насыщенный коричневатый цвет у меня. А если будет у вас ткань другого цвета, может быть и ниточки лучше подойдут других оттенков. Итак, я последнее время использую маркер, который исчезает от тепла термоисчезающий маркер фирмы Гамма. В одном из мастер-классов показывал, что можно феном в конце работы подуть на вышивку, и все вспомогательные линии от теплого воздуха исчезают. Можно также использовать утюг, но поскольку если уже есть вышивка, это не всегда удобно, поэтому фен в нашем случае более удобен. Итак, вы можете немножко изменить и композицию тоже. У меня центральное место будет занимать бразильская роза. Мы ее вышивали уже много раз в разных положениях. То есть вы можете взять и круговую розу, в серединочке роза рококо, а затем у нас несколько рядов, где мы используем наборные стежки на одну иглу, на две иглы. Можно сделать с одной стороны больше рядов, и у вас будет более объемная роза. И пока ограничимся тем, что вышьем листья. Ну, например, вот так, с двух сторон. Листики можно вышивать как швом рыбья кость, так и используя полпетлю в прикреп. То есть он называется уже летящий стежок и затем я дополню эту композицию цветочками. Вот один из цветов у меня будет с использованием таких вот воздушных петель с помощью стежка Рококо. Мы делали такие цветочки однослойные. Сегодня будет новинка в том, что будет этот цветочек двухслойный. Рядом с ним можно будет сделать маленькие листики и я пока вот эту часть не рисую, потому что у нас и розочка может оказаться чуть больше, чуть меньше. И как-то рисунок мы, может быть, потом чуть-чуть сдвинем. Добавлю потом еще и маленькие цветочки. То есть это я буду делать уже в процессе вышивки. Итак, обязательно нужны две длинные иголочки. У меня это иглы длиной 6,5 см. Итак, поскольку у меня один цвет, то я буду его использовать и для серединки, то есть для розочки использую стежки рококо, и для первого ряда, где я буду делать навивы на одну иглу, и для последующих рядов, где я буду использовать наборные стежки на две иглы, то есть я нитку менять не буду. Если у вас ниточка не меланжевая, то вы можете использовать, как мы делаем обычно, серединку чуть темнее взять цвет. Дальше наборные стежки на одну иглу чуть, -чуть светлее цвет. И уже потом последние стежочки делать еще более светлым цветом. Если кто-то забыл предыдущие мастер-классы, где мы делали много-много раз такие розочки, посмотрите и используйте в этой работе тоже три разных цвета нити. Итак, я обычно беру в три ниточки. Сейчас мы делаем серединку, пользуясь стежочки Рококо. Первый стежок это петля, то есть примерно в середине мы выводим иглу. Второй прокол делаем близко и делаем навивы ну, примерно 15 на делаем стежочек рококо. Протягиваем нитку с иголкой. И вот в данном случае мы вот этот стежочек укладываем так, чтобы образовалась петелька. То есть это центральный стежок, как бы серединка розы. И обычно этот стежочек я еще закрепляю маленьким вспомогательным стежком. Вот здесь вот с края. Затем мы делаем обычную розочку рококо. Вокруг этой серединки мы делаем вот такие стежки, но уже более длинненькие. Тоже можно делать, например, 15 навивов. Начинаю я обычно так, чтобы вот эту Часть закрыть там, где у нас сходилась петля, вы поворачиваете пяльцы так, как вам удобно. Мне приходится немножко тут перецеплять держатели. Я делаю тоже 15 навилов. И укладываю вот этот стежочек именно так, чтобы закрыть вот ту открытую часть у первого стежка. Дальше уже не буду так подробно я показывать. То есть мы начинаем или с половинки стежочка, или с одной третьей стежочка и делаем следующие стежки так, чтобы они заходили друг на друга, либо вот на половину, либо на одну третью. То есть у нас будут идти дальше вот такие лепесточки. Можно делать также по 15 навивов, можно постепенно увеличивать количество навивов и следующие лепестки делать длиннее. Я начну с 15, потом, например, сделаю несколько стежочков по 17 навивов. Здесь можно интуитивно просто смотреть, как вам больше нравится, чтобы были более длинные лепесточки или короткие. Итак, вот такая у меня получилась средняя часть, то есть розочка рококо. Дальше я буду делать наборные стежки на одну иглу. Я буду делать сейчас по кругу. Последний лепесточек замкнув круг и буду делать 17 петель. Можно делать чуть меньше, чуть больше, но примерно вот 16-17 петель получается хорошие лепесточки. Начинать можно с любой стороны от серединки. Напомню вам, как делать наборные стежки. То есть мы выходим из ткани, делаем проход такой, какой длины мы хотим сделать стежок. Выходим, лучше здесь ниточку отвести влево и выходить чуть-чуть правее вот этого прокола. И сейчас у нас будут наборные стежки на одну иглу используем пальчики левой руки и таким вот образом как бы навиваем на иголочку петельки то есть правой рукой придерживаем иголочку и каждый раз у нас получается петля я сделаю 17 петель То есть вот у нас что получается на игле. Ниточку заводим за иглу, тогда стежок ложится лучше. Протаскиваем нитку с иголкой через все вот эти петельки. Получается вот такой стежочек. Укладываем его вдоль серединки. Вот так вот у нас получается лепесток. Вот этот лепесток, он не очень большой, потому что на одну иглу. Затем мы будем делать ряды, где будет у нас на две иглы. Там будут лепесточки побольше и пошире. Сейчас технология какая? Каждый следующий лепесток, опять-таки, мы начинаем, заходя на предыдущий, на половинку, либо на одну треть лепестка. Здесь можно делать по-разному. Я вот сейчас буду заходить на половину делать стежки примерно такой же длины. Вдоль серединочки тоже делаем прокол. Удобнее нитку отвести влево и сделать прокол чуть правее вот той точечки, которая у нас выход нитки. Делаем то же самое, то есть все лепесточки у нас будут по 17 петель. Опять заводим за иглу, вытягиваем ниточку, получается такой же лепесточек. Укладываем его вдоль и вот здесь вот обычно поправляем немножечко лепесток, чтобы он лежал равномерно от начала до конца, распределялись, чтобы вот эти наши петельки и также делаем дальше. Обычно получается где-то 6-7 лепестков. Итак, обращаю ваше внимание на последний лепесток. Начинаем мы его также примерно с серединки предыдущего. Но заводим мы его вот сюда. Там, где у нас самый первый стежок начинался. Тогда у нас все лепесточки замкнутся и не будет так, чтобы один лепесток какой-то выделялся. Также делаю 17 петель. И вот этот лепесток мы уводим туда, где мы делали второй прокол, заходя под первый лепесток. Сейчас вот я брала уже новую нитку. Она Идет как раз участочек, где чуть более темный цвет. У меня нитка длинная и новая, поэтому следующий этап я делаю той же самой ниткой. А следующий этап это у нас наборные стежки на две иглы. Как я делаю обычно. Один из вариантов это я делаю только с одной стороны вот эти наборные стежки. Здесь вообще оставляю. Без лепестков, то есть это получается роза, которая смотрит от нас. Еще один вариант. Я делаю круг наборных стежков на две иглы. У нас получается полностью такая симметричная роза, которая смотрит на нас. Следующий вариант. Делаем круг, а потом добавляем еще один ряд. Но уже лепестки не со всех сторон, а только с одной стороны. Тогда получается тоже роза немножко повернутая от нас, но чуть более крупная. И вот я сейчас сделаю таким образом. Нитка у меня вот здесь. В принципе, начинать новый ряд можно с любой точки, но, конечно, удобнее так, чтобы не так далеко от предыдущего места, где у нас закончилась нитка. Поэтому я начну вот под этим лепестком. Лепестки будут длиннее. Поэтому относительно предыдущего ряда они могут чуть-чуть по-другому уже располагаться, не обязательно в середине предыдущего лепестка. Тут мы уже смотрим относительно новых лепестков. Лепесток делаем, ну, примерно на 2-3 мм длиннее, чем были предыдущие. Также выводим иголочку чуть-чуть правее той точки, откуда вышла нитка те, кто смотрит первый раз, вот эти моменты я все-таки показываю подробнее. То есть мы вторую иглу вставляем рядом с первой. Я использую две одинаковые иглы, иногда используют и разные иглы. Мне удобнее одинаковые и по длине, и по толщине. И здесь я буду набирать 20 петель, например. Может быть, кто-то по 22 петли. То есть эти лепестки, они уже будут у нас и по объему побольше, потолще, сам лепесток как бы пошире, и по длине. То есть 20 петель, но на 2 иглы. 20 петель также завожу за иглы ту иглу которая без нитки вынимаю у меня всегда это правая игла потому что я всегда делаю справа вторую иглу дальше протягиваем ниточку как обычно через все вот эти петельки и у нас получается лепесточек намного шире за счет того, что две иглы, ну и длиннее за счет того, что самих петель мы набирали больше. Подтягиваем вот так вот аккуратненько за нитку. Следим, чтобы лепесточек нигде не перевернулся. Если необходимо, можно иголочкой поправить. Вот в самом начале иногда бывает, что чуть-чуть изгибается лепесток. И уходим примерно в ту же точку, где у нас был второй прокол. Вот что у нас получилось. Как раз тоже у меня здесь более темный лепесточек за счет того, что сама нитка меняет цвет. Делаем примерно все то же самое, что в предыдущем ряду, только на две иглы. Последний лепесток также будем заводить вот сюда, чтобы круг замкнулся. То есть это тоже круговой ряд. Все лепестки по 20 петель. И здесь последний лепесток тоже делаю по кругу и завожу его вот сюда, то есть там, где начинался первый лепесток, вот такой на две иглы. последний лепесток уводим то, туда же, где вот выходила у нас ниточка. У меня и во внешнем, и в предыдущем ряду получилось по 6 лепестков. То есть второй ряд, они по длиннее, покрупнее, поэтому тоже получилось 6. Может получиться у вас другое количество лепестков. Главное, чтобы они шли равномерно и замкнулись. Можно остановиться на этом. То есть это вот такой пример, круговой розы, которая у нас симметричная, одинаковые кружочки. Но мне все-таки хочется сделать ее немножечко с наклоном. Поэтому я сделаю еще несколько лепестков. Они будут еще более длинные, тоже на две иглы. И вот как у нас расположен рисунок. То есть вот здесь у меня еще есть цветочек. То есть я сделаю вот эти лепестки. Вот таким образом, вот здесь они будут начинаться, то есть такой вот неполный ряд. Делаем также на две иглы, но набираем, например, 23 петли, кто-то может быть 22, 25 даже петель. Немножко заходим под лепесточек и делаем лепесток более длинный. То есть так вот примерно я предполагаю, что здесь у меня будет три лепестка. Поэтому где-то вот в этой точке у меня заканчиваться будет лепесток. И все делаем то же самое на две иголочки. Кто хочет еще более объемную розочку, можете использовать трубочку. Был у нас и мастер-класс, и в какой-то работе мы использовали трубочку. То есть вместо второй иглы вы на первую иголку одеваете трубочку от стерженька, например. Я буду набирать по 23 петли. Также укладываем лепесток, он еще более длинный. Аккуратненько его под все лепесточки вот так заправляем, чтобы он на свое место встал и уходим в ту точку, где мы делали второй прокол. То есть вот такой вот длинненький лепесток. Дальше второй лепесток. Также можно начинать либо с серединки, либо чуть-чуть сместить его к концу лепестка. Вот таким образом. И тоже делаем такой же длинный лепесток. Вот мы уже смотрим, что у нас вот эти вот точки, это начало и конец первого и последнего лепестка, Поэтому я примерно вот этот лепесток, знаю, что их будет три, располагаю в нижней части относительно вот этих вот точек примерно на одинаковом расстоянии начало и конец лепестка. Также делаю 23 петли. Опять поправляем обязательно, потому что лепестки длинные, могут они ложиться не всегда так, как надо. То есть у нас в третьем ряду, посмотрите, один лепесток начинается вот отсюда, второй лепесток, он как бы нижний, третий лепесток будет идти вот здесь. Я уже в одном из мастер-классов показывал, что можно идти тоже по кругу, начиная отсюда, но мне удобнее начинать вот этот последний лепесток который будет с левой стороны слева то есть я делаю все то же самое только немножечко получается в симметричном расположении то есть укладываю лепесток влево может быть кому-то это неудобно тогда вы можете делать его так же как все остальные только обратите внимание на то где этот лепесток должен закончиться вот в этой точке а я же буду делать левый лепесток. Также набираю 23 петли. Тоже завожу ниточку за иглу. Пробовал заводить и не заводить вот на этом левом стежке, но все равно, когда заводишь, лучше ложиться. Дальше также пропускаем, но укладываем вот этот лепесток вот с левой стороны, вот так вот пальчиком придерживаем. Если он развернулся, иголочкой поправляем, то есть чтобы вот эти вот петли везде они были с краю. Получается такой же абсолютно лепесток. Просто когда мы делаем его слева, то нам легче контролировать начало лепестка. Вот эту точку. Итак, вот такая объемненькая розочка у нас получилась. За счет перехода цвета она вся такая меланжевая, то есть у нее есть и светлые, и темные лепестки. Дальше я буду делать зеленые листики зеленые листики буду делать двумя разными ниточками. Они немножко похожи между собой. Но вот это меланжевая тоже 14 номер. А 90 номер просто однотонный. Можно по-разному их распределить. То есть вот здесь уже я вижу, что по рисунку у меня роза чуть меньше получилось. Поэтому листики я сейчас уменьшу иначе они будут слишком крупные, либо они будут от розы отделяться. Я всегда рисую центральную прожилку, и я буду делать швом рыбья кость, вот эти листики. Распределить цвета можно по-разному. Можно здесь сделать один листик одного цвета, здесь сделать листик другого цвета можно с одной стороны у нас будут еще листики поэтому вот эти цвета они у нас еще где-то повторятся я вам хочу на одном листике показать вот как раз тоже меланжевый цвет я использую ту же длинную иглу в принципе для вышивки листьев можно использовать иглу и покороче такую какой вам вышивать удобнее я уже привыкла вот к этим иголочкам я и розочки, и листики, и цветочки маленькие, все делаю такой иглой Чтобы на конце не было узелка, я вам показывала уже один из способов. То есть, узелок я завязала, но захожу я вот здесь, где уже под листиком мы этот узелок потом точно спрячем. То есть, делаю тут один стежок. То есть мы начинаем с самого кончика листика делаем первый стежок примерно на одну третью часть листа по центральной прожилке вот этот маленький стежочек у нас тут сбоку если бы мы сделали узелок вот здесь то он бы во первых выпячивался и на просвет его было бы видно, если у вас, например, более тонкая ткань. И дальше мы делаем следующим образом. Вот от этого центрального стежка слева и справа чуть-чуть смещаемся каждый раз вниз. А на центральной прожилке немножко заходим как бы на крест. То есть, если я справа начинаю вот здесь, что не на центральной прожилке, а чуть-чуть левее. Итак, продолжаем дальше. То есть они немножечко вот эти наши стежочки пересекают. По краю я иду вот как я начертила, смещаясь примерно каждый раз на один миллиметр. можно делать небольшие как бы зазубринки по бокам. Для этого мы идем ровно, потом раз, чуть-чуть делаем стежочек подлиннее. Вот как сейчас я делаю. Можно идти ровно. Главное, стараемся делать одинаковые промежутки между стежками, то есть отступать вот здесь на одно и то же расстояние, чтобы не было пустоты между стежками. Вот здесь я тоже возьму и сделаю чуть-чуть длиннее стежочек. немножко заметен сейчас уже эффект, то что вот здесь чуть темнее цвет, здесь чуть светлее. Вы можете взять однотонные нитки, но тогда я советую вам тоже сделать листики разным цветом, какие-то листики, допустим, чуть темнее, какие-то чуть светлее, чтобы было поинтереснее, не все одинаковые. Когда мы доходим до розы и она нам начинает немножко мешать, у нас всегда есть возможность вот эти лепесточки чуть-чуть приподнять. Если кому-то вот неудобно держать рукой, можно использовать даже дополнительную иголочку, чуть-чуть вот так вот подколоть. И мы вышиваем до тех пор, пока нам это удобно. То есть мы потом этот лепесточек опустим. И та часть листика, которая будет под розы, она все равно у нас будет не видна. Вот у нас сегодня такой немножко новый листик. То есть у меня еще и не совсем ровный край и меланжевые ниточки. Когда мы уже подходим к концу листика, постепенно чуть-чуть делаем стежочки короче. Но также продолжаем их в середине перекрещивать. Вот такой получается листик. И на этом я заканчиваю, иголочку вынимаю, и получается, что вот у нас часть с листика заходит под цветок. И я сейчас уже без записи вышью остальные листики и покажу вам, что у меня получилось. Итак, я вышила остальные листики. Я сделала два меланжевых листика, два зеленых. В следующей части мы с вами продолжим работу. У нас будет необычный двухслойный цветочек на основе стежка Рококо а также другие мелкие элементы, которые позволят нам вот эту композицию сделать более завершенной и интересной. Итак, с вами была Разжевала Наталья, увидимся в следующей части. Желаю вам успехов, желаю вам крепкого здоровья, до свидания.